Коллеги, ритейл-тех вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Привет, меня зовут Полина, я возглавляю департамент маркетинга в компании «Зебра», российское подразделение. Хотела бы вам немножко рассказать о нашей компании и показать очень клевое решение. Вот такие вот очки дополненной реальности. Изначально они разрабатывались для компании «Боинг», для сборки самолетов, но были так популярны, что нам пришлось вывести их в массовый продукт. Приходите к нам на стенд, мы подробнее расскажем, как можно их использовать в ритейле, как они облегчат работу вашего склада. Также у нас на стенде есть кофе, шампанское, чай, вкусные сосиски и пиво. Будем рады вас угостить. Просто комбо. Это не все наши решения. У нас куча всего интересного для ритейла. Решения для самосканирования, решения для касс самообслуживания, решения для всей цепочки ваших поставок. Будем рады вас видеть. Еще раз немножко поговорим. Получается, именно в этих очках собирают самолеты «Боинг», и уже они уже какое-то время помогают сборщикам делать все качественно и здорово. И при этом на ритейл-рынок мы теперь даем эти очки для того, чтобы лучше работать на складе, было сразу понятно, к какой конкретно полке идти, к какому конкретно товару, какое количество нужно будет его взять. Да, именно так. Как это работает в компании «Боинг», вся информация для сборщика выводится на экран. Он точно знает, куда поставить какую деталь, ему все это подсвечивается, показывается. Если он ошибается, очки подсвечивают красным, просят переставить деталь. Минимизированы ошибки, практически на ноль сведены. Но все равно какая-то проверка проходит. В ритейле очень удобное решение, ускоряет работу в 3-4 раза, прокладывает маршруты на складах оптимальные, показывает полочку, подсвечивает товар, говорит, вот это отсканируй, вот сюда положи. Работает сразу на сборке нескольких товаров. Всем советую попробовать. В духе 21 века наша выставка Retail Tech была придумана, наверное, как раз именно для вашей компании, именно для таких продуктов, которые двигают нас вперед в будущее. Спасибо вам большое. Спасибо. Считаю, мы действительно хорошо вписались сюда.